Заходите сюда на меню, вот, канал мой, группа ВКонтакте, vk.com/группа, 1-888-9-88-7-7-8. С вами, как я обычно не указал, выкладываю там, появятся там игры, Топкан Времени, Митрон, Интеркот, Битва за Остров. Итак, мы сейчас будем, ну, так, я это выкладываю. Наушники, это я буду продавать. Но я купил это, вот такие вот, да, вместе этим. Но когда у меня поломались эти наушники, там, вверх и вниз отпускаю, вот они сломались. А вот эти гарнитуры, как вы увидели, вот так, там вообще. А вот такие, это 300 рублей. Genius-то, SPG, 10-я модель. А вот они, игровые наушники, то, что я захотел. Они стоят, по-моему, как вот этот RG570, но... Гаменька. Но там другая модель. Е. Арч. А это вчера я фотографировал по сезону охоты. Участники 111 человек, подписаны 100 друзей. Играю там в бегалки. Выкладываю я эти ролики для этих там. Ну, компьютерные техники, там и принтер рабочий. Я также могу сегодня, ну, выкладывать, когда я выложу сначала там колонки дерево-корпуса, потом это буду выкладывать. Вот такие дерево-корпуса буду выкладывать. Ну, проверяю, но мне нравится, конечно же. Колонки Genius, да, вот такие мне нравятся, как раз с четырьмя кнопочками. Вот я основатель канала. Работа как по команде. Это я тоже слышал. Сыном я играю в этот компьютер. И даже с другом, когда ноутбук у него в... Сейчас я покажу эти наушники, такие же, как и здесь. Ну, я, конечно, выбрал цель для такой ситуации, чтобы я мог там с кем-то общаться с людьми и так далее. Мы там еще поиграть в какую-то сетевую игру. Ну там здесь, конечно же, нет, но я могу это тоже ролику выложить, это канал. Ну, наушники, которые модель. RG570N и Gaming. Игровая стереогарнитура. Еще тут у нас уведомление. Вот друг там писал какой-то там, что прикольный звук, естественно, это порадовало. Ну, короче, это все, ну, это порадует человека, что отличный принтер, хорошая машинка работает для печати рисунков и также, ну, для документов. Мой канал. Мой канал, где я выкладываю эти ролики, это я тоже выкладывал 5 лет назад. Ну, 14 года там еще будет, там я сентября опубликовал эту запись. Коленки выкладываю я, которые я эти рассказывал.
наушники, там это GTMP, ноутбук это включаете из мышку, тоже к ноутбуку, а сейчас я не хочу. Я только колонки раньше подключал, там еще модели снимал. Белые такие вот были, которые я вам рассказывал. Сейчас в этом году ВКонтакте. А вот колонки мне очень нравятся, как здесь у Максима, у него там другая модель. Там вот что ли, СПК 06 и без этих там, без регулятора тонна. Без регулятора 1 тонна. И там еще крутой кнопкой без разъемных наушников. Сейчас перемотаем. Я в мае 2020 года публиковал. Как видите, можно подключать даже к наушнике и слушать музыку спокойно. И даже еще подсветку наушники можно подключать даже отдельно к системному блоку. И даже, даже можно подключать без этого. Вот там вообще не подходит к коробке компьютера. Так, дальше. Сэмплерум я выкладывал даже. Там гигалки. Называется «Побег из крана». Происшествие даже снимал я. А Максима Павлова тоже. Дум счетчик удар. Буду когда-то игры снимать, тоже когда-то буду выкладывать на эти каналы. На YouTube. Что, всем пока, подписывайтесь, ставьте лайки. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать это новое, лучшее видео на моем канале. Также уведомления ставьте здесь в это, ВКонтакте. Вот такое уведомление поставьте и включите его. Чтобы вам приходили там какие-то фотографии вместе этим, что я написал там, работаю. Так, обсуждение 25 часа, пока меня тут не было. Тут я только всего с камнем произошло, даже я маме помогал деньгами зарабатывать. Даже на камень идет на продукты сюда. То, что мы живем на коммунальные услуги, там все сокращение стало, тут все бесполезно. Ну ладно, останавливаю видеозапись. Ну, всем пока. Огромное спасибо за просмотр.